Стартовый прицел из 56 предоставлен магазином Клич. Также несколько патронов с Курзан уже предоставлены этим же магазином. И я еще патронами МАК стрелю. Я зарядил 3 МАКа и 3 Аскурзана. 6 патронов, сверху 3 Аскурзана, внизу 3 МАКа. Дроссель сбоку, поэтому огонь идет сюда. На затяжку. Все нормально, отработали все патроны, скрузан и мак. Проблем в принципе нет. Единственное, я не пойму, что-то подъедает. Шептало, по-моему, на этой барыге. В общем, на полном обзоре будем смотреть более подробно. Модифицированная Carrera RS-30, которую я показывал. Сегодня тестовый отстрел, или как на стреле показывают. Стоит здесь заглушечка гужом, без стрелки, без ничего. Стрелять должен через стрелку. Тоже заряжаю 3 МАКа и 3 Аскурзана. МАКи будут последними. Штуки. Первыми пойдут Аскурзаны. Я считаю маки не очень хорошими патронами, если честно. Поэтому ставлю их последними, чтобы посмотреть, станет ли пистолет на задержку. И после первых выстрелов уже загрязняется патронник. Хотя три штуки не показатель, но тем не менее. Так, первое испытание, 3 патрона, первое 3 Аскурзана, последнее 3 МАКа. Нормально отработал, встал на задержку. Эксклюзив. RTX, RTX EVX. В свете Chrome. Ничего еще не переделалось, я только его забрал. Выхлоп будет через дроссель. Заряжаю 3 Аскурзана и 3 МАКа. А может, МАКа больше. МАКа я 5 заряжу. Аскурзану 3 последних. Магазин. Аскурзана осталось 3 штуки, я их ставлю в конце.
возьму 5 маков. Да? Магазин масла. Пущенным трактив подавателем. Народ, я вам скажу, не сгоревшие пороховые летят все на руку и в лицо. В общем, это не пистолет, это кусок. Так что только для красоты его можно брать, но с ним что-то делать смысла нет. Посмотрите сами. Всю руку обпалило. Пока.